Итак, поехали. Предпоследняя глава истории человечества. Отлично. Теперь, прибыв на остров, где же нам искать эту книгу? Нам необходимо найти трех драконов, которые охраняют книгу. Тогда хорошо, пора за дело. Спорю, что ночные эльфы уже заполонили это место. Несмотря ни на что, эту главу можно пройти очень легко. Я устал, с помощью голема Гандалора. Где-то тут есть проход. Вот он. Уничтожим эти пару деревьев, войдем сюда, и мы поняли, что дальше. Но мы будем проходить так, как это необходимо. Поэтому вперед. Сделаю. Правда, вслепую. Несносный глупец. Кого убить? Я занят. Дурацкий план. У нас есть очень хороший мастер клинка, который прям таки тащит. Да. И выдает крутые критули. Нет, голем! Подойдите ближе, друзья. Здесь. О, да, отлично. Он вошел вместе с нами. Вы пришли, чтобы найти наиболее важную из всех книг, верно? Итак, сначала вы должны доказать мне, что вы достойны ее. Вас ожидает испытание с каждым из нас драконов. И мое испытание очень легко. Вам необходимо только выжить. Желаю удачи. Выжить против морлоков. Морлоки! Уха-ха-ха-ха-ха-ха. Изи. Мы прям раскачаем сейчас Агмура до 10 момент. Как опыт капает. Ну что еще? Мне не нужны советы. А чем вы против? Страдает у нас только сама. Остальные им насрать. Вот. Этого отхилить можно. Мне не верно страх. Так, вот лучше от КДШ защиты, да, я прокачаю третью. Третью левую, точнее. Прям под КД убили всех. Тут мелочь появляется. Внемлю вашим словам. О чем вы просите? Кстати, дерево появилось. А, голем же, кстати, не умеет в Рейгенов хаосе атаковать дерево. Так что все окей. Но мы можем ведь выбросить его. Тогда дерево будет уничтожено. Вот так вот мы и уничтожили. Сделаю. Быстренько. И молниеносно. А этот морок вообще стоит. Ну чё, пофиг что ли? Тупанул. А еще одна волна должна быть уже. Ну что еще? Или не должна, хрен ее знает. Дурацкий план. Допустим, вот сюда опустим и проверим. Мне не нужны советы. Видите, проход я открыт. Я устал ждать. А тут просто идет ожидание.
какого-то времени, и все. На изичах пройти можно. Карта большая, но на самом деле мы половины, наверное, ее не будем по ней, в общем-то, ходить. Тут только две основные части. Дурацкий. Два основных куска. Все, мы красавцы, мы всех уничтожили. Вождь, наконец-то. Ждем аплодисментов от дракона и идем дальше. Здесь я даже не буду рядом с эльфами ходить, я пройду с помощью вот этого скилла. Так, все. Да. Наконец-то. Дерево типа исчезло. Так, нам сейчас сюда. Бессносный глупец. Так, давайте потихонечку отправляйтесь. Внемлю вашим словам. А, у нас наш супер быстрый пройдет сквозь тени ночных эльфов. Дриада палит, конечно, что здесь кто-то есть. Здесь еще куча дриад. На нас напали. Так, а вот мы и прибыли. Телепортировались. Подойдите ближе. Вам не нужно бояться за свои жизни. Один из вас должен пройти через этот портал и выполнить мое испытание. А в чем его суть? Сами увидите. Пора. Охрененно объяснил, в чем суть этого задания. О чем вы грубо просите? Говоря, это простой лабиринт. Зачем нам мучиться, когда можем просто сделать вот так? Вот забыли скрыть мини-карту. Тогда бы было бы честнее. Ну, хотя у нас дают всего 1,5 минуты. За 1,5 минуты мы должны найти выход отсюда. Вот как. Не знаю, проиграем ли мы или выиграем после этого. Я как-то не парился по поводу этого. Вождь, я занят. Они не могут идти дальше, потому что они запаузены. Мне неведом страх. Вот и все, дошли. За веру и народ! Кого убить? Так, ну и последний дракон. Сделаю. Вот здесь я. Да. Опять же, Эродроус. Сделаю. Ты какой Эродроус, то есть этот... Наконец-то. Чувак. Спалил кое-что. Потом поймете, почему Эродроус. Да. Все, дошли. Меня сильно впечатляет ваша отвага. Вы прошли испытания моих братьев. Я не стану задерживать вас дольше. Вы достойны книги. И эльфов еще сюда присобачили. Самая важная из всех книг. Открой себя для нас. Расскажи нам, как избежать этого вторжения. Вы опоздали, но надежда все еще существует. Спускайтесь в глубины и найдите 3 души. Объедините их в одном из вас, и он станет сильнее всего того, с чем вы сталкивались в прошлом. Но будьте осторожны. Эта сила может иметь побочные эффекты. Теперь вступайте в круг силы. Книга книг. Побочные эффекты. Так. Ну, в принципе, это мы можем пройти на изичах. Одним героем, опять же.
Зачем так париться, убивать их, там что-то еще. Сделаю. Просто ищем три души. Угадайте, чьи? Да. С трех раз. Какие три души захватывали? Да. Захватывал Гандалор до этого. Наконец-то. Сделаю. Да. Сделаю. Я немного подзабыл, где что. Наконец-то. Сделаю. Так, одна душа, вот он, точно, Эродроус. Да. Должен тебе подойти, а он, видите, да. Двинулся. По идее, должно следовать, так как не видит душа. Сделаю. Наконец-то. Сделаю. В инвизи, типа, да. Я. Сделаю. Наконец-то. Дальше сами понимаете. Душа Лича. Наконец-то. У нас осталась одна душенька. Да. Селендиуса. Сделаю. Все, теперь квест выполнен. Наконец-то. И нам надо... Непонятно, что, конечно, сделать. Сделаю. Но на самом деле нам надо их доставить. Кого вот сюда. Убить? Все. Эта глава пройдена. Вы глупцы. Вы неужели вы и впрямь думали, что я помогу вам? Это я, Эродроус! Он завладеет душами. Нам необходимо что-то предпринять. Что за бред? Почему Эродроус? Поймать их и убить их. Они все еще тут, если что. Поймать их и убить их! А что сам не поймаешь и не убьешь?